Всем привет! И с вами снова Мария. И Анна, приветик. Это моя доченька. Итак, продолжаем. Это часть вторая про нашу Минечку. Вот. И сейчас я ее буду сажать. Сажать ее надо чем быстрее, тем лучше, чтобы она меньше получала стресса. Итак, я взяла ее стаканчик. Ее же мох немножко, потому что она к нему привыкла. И взяла коры. Коры надо брать такой вот, с мелкой фракцией, то есть крупную кору ей точно нельзя, потому что она маленькая, ей все нужно маленькое. Так, на дно я положу чуть-чуть коры, вот так. Пусть такая будет, немножко покрупнее попалась. Держу аккуратненько, по серединочке, смотрю, как ей удобно. Вот как ей удобно, так она и будет сидеть. Так, вот так, мне кажется, ей удобно. И потихонечку туда засыпаем кору. У меня кора и немножко активированного угля я положу. Пусть будет, потому что он является и антисептиком, и такой небольшой подкормкой, чтобы избежать загнивания. Для чего мы опять кладем этот мох? Потому что она привыкла все равно к этому влажному состоянию. Если мы сразу посадим только в кору, ей будет не хватать влажности, ее корешкам. Вот представьте, вы привыкли к одному месту, потом вас переводят в другое. Вам же некомфортно. А если вы с собой берете что-то, то, что вам приносит радость, то, что вам знакомо, вам сразу становится легче. Вот. Я придумала, может, назовем ее Little или Little. Ну, маленькая. Ну, давай. Little. Little, little, little.